Здравствуйте, друзья и гости моего канала. С вами Наталья. Друзья, вот сегодня на улице уже 2 августа. И сегодня у нас профессиональный праздник, День железнодорожника. Ну, друзья, вот на улице сегодня такая погода стоит, что ой-ой-ой. Идет дождь, дует ветер. Ну, настолько промозглая погода, что я решила сегодня никуда не ехать. Все мои планы на этот день нарушены. Но я решила не унывать и снять видео-поздравление. Для своих всех знакомых, коллег и друзей. Ну, друзья, я вас всех поздравляю сегодня профессиональным праздником, Днем железнодорожника. Желаю всем здоровья, удачи, любви, успехов во всех делах, во всех начинаниях, в работе. Хочу пожелать, чтобы ваши все близкие, родные тоже были все здоровы, бодры, любили вас, уважали вас. Ну и всем нам мирного неба над головой. Ну, друзья, у школы я сегодня снимаю это видео. Ну, и это мой сегодня профессиональный праздник. Я решила немножко рассказать о своей профессиональной деятельности, о трудовой деятельности. Друзья, я отработала 23 года вот на железной дороге. 18 лет из них я проработала экономистом. Хотя у меня были и другие должности. Я работала и инженером по труду и заработной плате, и бухгалтером по налогам. Но, друзья, я всегда возвращалась к должности экономиста. Ну, видимо, это мое призвание. Вот именно это мое. Вот эта должность, это моя. И вот в прошлом году я встретила свою знакомую, она работала экономистом в управлении дороги. Она пригласила меня к себе в гости. Ну вот мы долго разговаривали, вспоминали свою работу. И она мне подарила книгу. Вот «Жизнь моя. Железная дорога». Написал ее Владимир Эмильевич Кауц. Вот, друзья, эта книга написана в то время, когда как раз я работала экономистом. Ну, и не подумайте, что это так давно было. Это было не так давно, но это уже было, вот, к сожалению или к счастью, вот, не знаю уж как. И вот я очень ей благодарна, что она подарила мне эту книгу. Потому что здесь столько много вот работников, ну, фотографии с работниками, с руководителями. Я вот всегда вот читаю, смотрю эти фотографии. Вот порой мне неохота идти работать на свой участок. Я беру эту книгу, полистаю ее, посмотрю фотографии. Какие тут все вот руководители, они все в форме, подтянутые, энергичные. Ну и себе тоже говорю, давай-ка тоже энергично иди на свой огород и работай уже. Вот. Поэтому я вот, конечно, хочу вам всем сказать, что железная дорога оставила такое неизгладимое впечатление, что до конца жизни мне хватит, как говорится. Но она еще и многому научила по жизни, конечно. Закалила характер, научила целеустремленности, добиваться успехов. Ну, вот, как говорится, в хандру не впадать, что нужно всегда двигаться вперед, вперед и вперед. Вот. Ну, я благодарна, конечно, судьбе, что она меня вот связала с железной дорогой.
Ну, буду заканчивать это видео. В конце своего видеоролика еще раз поздравляю всех с Днем Железнодорожника. У нас сегодня, друзья, еще один праздник. День ВДВ. Ну, это тоже я всех поздравляю, потому что они же защитники наши. Поэтому тоже я поздравляю всех с этим праздником. Ну, а на сегодня, друзья, всем говорю пока-пока и до новых встреч. С вами была Наталья.